Давайте, любовь. Резов тачки же, да? Поставьте метки на тачке. Разбивайте колчедам. Все, поехали уже. Так, это без метки. Эл! А уж починились. Все, назначили. Там еще по-любому, да? В Envy без метки. Сакр там поставьте, все. Идите к своим тачкам. По два человека быстрее. Я где еду? Я сказал, кто какой прыгает. Я не сумолил. Ты второй. Я второй Латвиза отдал. Блять, я сумонил тебя. Я первый Латвиза, да. А я где, ебать? Где, блять, этот нахуй? Хоксис. Тут. Тварь, блядь. Кому не летает, вижу, я понял. Рулем не вижу никого в луне. Кто у нас есть за разрушителем? Бенви, Зиент, я, Сакра. Кто четвертый, пятый там? Ну, в смысле, летаю. Егор, может, сядешь в луну? Покидаешь людей? Луну? Я на прошлом сидел на разрушителе. Ну иди садись тогда, чё? Дымайся. Ладно, пусть дымайся садится. Давайте чек. Вот за тачку по два челика стоит. Кто вообще не кидает? Бенви. А чё? Звезда. Бенви сидит фейс. Бенви без метки поставьте, не ставьте на Бенви метку. У меня никого нет, я не вижу. Трезот, Демайст. Я тут стою уже. А кто у Демайза прыгает, ребят? Вы чё, где вы, блядь? Два человека. Алло? А. Я уже в ковше, но второго нету. Кто второй должен быть? Я не знаю. Вот а здесь карика встал. Подбежал. Поедете, пуляйте осадки. Поехали. Закидываю. Языкатка, фокус возьми, разрешить. Подберем. Что это за хуйня? Какая хуйня? Лёва валяется. Готовьтесь. Садимся. Полетели. Сейчас. Заражать. Кому ты чё Эвила выкинул? Закиньте. Бенви, закинь фейс. Ян, чё случилось? Не это самое? Я ж тебя выкину. Прожми зелёнку, выживи. Ян, выживи. Как-нибудь выживи, Ян, сядь к Бенви. Получится. Я не могу, мейт сидит, я не могу себе взять это. Цветы. Пушек живых нет, не останавливать. Пуш, цветы убейте с меня, с луны, блядь, быстрее. И колчедан. Одного закинь. Ну, нет, пушка ему не появилась. Это тут четверо уже сидят, уже все четыре убили, он не останавливается. Вон, бери быстрее. Нет, ничего, все. Так убьем просто. Я тоже проебал. Колчедан нет. Каст. Каст, колчедан сбейте, главное, все. Сзади. Подъедьте сюда. Блять. У меня просто не стакается. Я пять раз проебал в него, он ни разу не стакается. Возьми. Вот этот. Возьми. Ну, не кто берется. У меня? СМЛ. А вот этот. Это тоже не берет. Да, блядь. Точно. Я проебал. Не дотянулся, вот взяли. Нажми ускорение. Вот возьми. Че? Да. Забери. Забери цветы, играй. Каст.
Да, прямо плечи? А, понял. Да, не чуть назад. Сука. Давай, бей. Корень. Нам далось. Че, у нас быть вообще не выкинет? Нормально. Я жизнь хочу. Прекрасно. Да сидите там, шучу. Есть еще врача? Нет. Сбейте над нами толщина. Вот, два. Быстрее. Без ухода. Я не вижу их, я не вижу их. Вот вообще они просто красненькие хуйни висят. Мы сдохли. Да, мы сдохли. Нам бы только выжить. Одна остановка, да, понимаю. Проебали еще двое стаки. Ну, потому что умерли. Но это важно, тут типа миллион хп. Давайте как-нибудь убьем. Колчедан-то какой-то баганый. Типа раз, но не взял, два, но не взял. Да, такое же было. Пиздец. Давайте на... О, что-то новенькое, да? На Игнис и трэш быстрее сразу. Короче, я не понял, Ян, что у тебя там случилось? Почему так получилось? Вроде я тебя выкинул. Я даю, короче, няш лут, если что надо, кому-то пишите. Я думаю, что эта хуйня никому не нужна. А что там? Это хуйня всякая. На Игнис идем? Бежь. Нет, Фейс. Никаких замен, блядь. Мы идем на фасте. Без остановок на фул сейчас чистим, потом перерыв 10 минут. А дайте бафы какие-нибудь. Ключи нужны, Егор? No specs. Ну, тут больше никого. Хоть бы одну хилочку, блядь, пацаны. Вы не разберете ему, там осталась чарка. И некому дать. Нахуй вы ждете стоите? Кинул пацанов на чарку. Эвил, не, мы чистим сначала на фул. Чтоб какие-то шмотки залутать. Да не, мы за полтора часа сейчас занесем, блядь. Все с первого пул. Собрание не будем трогать пока и все. Собрание после алги. Жек, слышишь? Жек, ты тут? Ау. Кинь этот почту на этот свой, ну ты понял. Не понял. Что кинуть? А, почту. Тебе в ПМ? Да, привязано, который туда. Угу. Так я что кидал. Бля, я там ты видел. Понял. А, окей. Пацаны, го бафы какие-нибудь. Этого утера там. Да что-нибудь. А, ты забираешь шмот, нихуя? Я ж тебе отдаю. Не, стрэш. Что-то упал? Да. Серёнка, блядь, тоже нужна. Блядь, на, держи. Давайте просто лутера дам. Просто групп лутер. Давай. Там еще по шмотке разберемся. Блядь, да поставь групп лутер, сучит. У нас же крыс тут нету. Блядь, собирать 20 лет эти, блядь, сферы, нахуй. Что, утера у меня так и нет? Сейчас мне бой висит. Няша, видел, что я там это понаделал, меты? Нет, ты смотрел уж. Так, не запускал ты этот? Да нет, я думал, дал галона, но раз мы... Да запусти, там пацаны же просят. Так у нас в Дискорде вон стримы. Не, она просто, ну, блядь, может что-то не сидит в Дискорде, блядь. Че, Эльдарчик, готов евро смотреть? Конечно. Ну, не Россию только. В смысле не Россию только? Я охуел, конечно, что билеты стоят такие суммы, блядь. Кинул, Эльдар. Да, я...
Ты чё, у нас Головин, блядь, этот, нахуй. Как его? Посылки, понимаешь? Самый 100, дорогой, блядь. 100к стоит на боковую этот билет. Но ты же не поедешь туда, я имею в виду по просто, телеку. Я понимаю, ну просто пиздец. На наших дерволазов идти смотрели, 100к, нахуй. А наши в Питере, типа, будут играть? В Питере, да, играют с Бельгией. Вау. С Бельгии? Да, ну, чисто на Бельгию сходи, посмотри. Ну, я и говорю, тут, блядь, можно заплатить максимум 2000, чтобы на Бельгию посмотреть. Но не 100к, блядь, чтобы на Россию смотреть. Деньги-то нужны. Да, они, блядь. Дурачки. Ну, ничего. Прикинь, евро выиграем, вот рафлян-то будет, блядь. Ага, ага. Как Канада, чемпионат мира по хоккею, да? Да-да-да. Никто на них не ставил, блядь. Ой, как вышли из группы, блядь, и выиграли чемпионат мира. Мне кажется, это чемпионат мира по хоккею вообще африканская команда, конечно. Рыбу поставил? Рыбу поставил? Ну, блядь, ну если немцы научились в хоккей играть уже, блядь, ура, Африка научится. Я в ДД потанчу. Мне показалось, что ты сказал, скоро Африке научится. Это особенно смешно было. Африка в хоккее, блядь. Бен, виспекнешься в ДД на двух боссов этих? Быстрее, чтобы прям заливать. Через 5 секунд вызовем коец. Или ты уже? Фласки пейте сразу, давайте. Чтобы вызову. По фласту все было. Кто не поел там? Ян. Да ебать, что же у вас с этим? С этими петухами? На, кури. Сага. Бля, что-то забыл про мастера. Свой. Понял. Хорошо получилось. У кого третий аура? Не у меня. Подними, а тебе... Хоксис, подними. Туретрик. У него, походу, третий. Просто не она не у меня вроде. А, она у меня, все, пизжу. Дам на следующий. Обидно было. Кен, забери. Отпусти, бля. Ну, дядя. А можно ближе как-то встать? Саски, вернись в кэм, блядь. Жезл. Два вандабли. Обстреляться. Пошли.
Ну, кидай Анозеру и Балбесу оба. Как раз. Давайте это... Короче, он там шмот-то пока делит, а мы запустим уже. Да. Давайте сюда быстрее. Кто там стоит? А он там это, пешочком добежит. Да. А. На 0.4 больше дал, чем в прошлый раз. Понял. А я сколько дал? Скажи. А ты в ком? Я в танке. Сейчас скажу, братик. Ну ты больше всех дал. Ну я так и думал. 4.6. Ну охуеть. Я просто я гибрида чекаю. Я гибрид ветку сделал. Четыре, шесть, но неплохо. В тот раз, то конечно, 5, но я очень много уешу. В этот раз меньше уешу. Так у тебя шмотки неправильно, у тебя шмотки какие-то, блядь, защита какая-то бесполезная. Блядь. Согласен. Там критический удар нужен какой-то там, скорость там, вот такое все. Оцени ты. Тогда все клево будет. Я не могу их вывести, там кто-то бомжей вызвал день. Жека, прыгни каналом ниже, по-быстрому. Ебаться будет? Жопу, видимо, очередной переслай будет заценивать, наверное. Похоже.
Сколок. Начинаем день с осколков. Сегодня будет валанир, получается? Хуйланир, блядь. Хуйланир тоже нормально. А сколько тебе еще? Не, ну слушай, нам собрание тогда надо бить. А вдруг реально одного не хватит, блядь, а мы йога убьем. Если до йога дойдем, будет одного не хватать, тогда да, а так, блядь, нет смысла. Так еще с Алгаона есть шанс, что упадет. Да, есть шанс. Можем йога оставить. Да, блядь, если два не будет хватать, тогда другое дело. Если один, то, ой, если 5-6. Да рано радовать, всегда так было. Типа, упадет с Игниса или с этого, или Левиафана, блядь. Или с Строкрыла, а потом не падает вообще нихуя. Эвил, что там, на циркле собрали Волонир уже? Две штуки, две, три? Штук 10, наверное. Так же хуёво, понял. Вообще хлей, донатер. Ясно. Я думаю, на всех пиратах примерно один и тот же шанс дропа легендарных реагентов. Что не контент, что полное говно. Знаешь, как на циркуле, на катаклизме в свое время через госу собирали? Там, короче, в луте вообще не было этой хуеты. Ну как, углей этих ебаных. Короче, просто заходишь в донат-шоп, 1000 рублей платишь, блядь, и все, у тебя есть через гос. Классик. На циркуле 7000 рублей стоит, не? Не знаю. Да. Даже не 1000, а вроде 800. Никто же не умирал. Сейчас, подождите, дайте мне вопрос, пожалуйста. Рыбу поставь. Ну, ладно, стандартная, давай, жду. Рыба легендарки. Косарик на циркуле. А у них есть же легион, да, на циркуле? Там, наверное, вообще заебись легендарки. Панда, легион, ката у них там, что только нет, блин. По косарю залегу, нах. Кем? Че, поехали? Го. Трезвот поле. Не давайте БЛ только, на Калагарн дадим. Я меня смел затроллил. Да, я сам себя затроллил. Чё натворил опять? Я триксы дал ему на 80. А вы прям это, в тройничок играете триксами, да? Да, да. Бомбот убить? Ой. Сзади вон бомбот. Ёбните его, пожалуйста. Алло. РДД, свечните справа. Ладно, похуй. А, ну тут ладно. Всем уже похуй, такое ощущение. Что там со стопой? Кра? Верхи. Круг.